Так, режим авто у нас. Саша, врубай. Попробуем мы сейчас с минимальным разгоном. Посмотрим на нарастание, а потом немножко мы притопим. Посмотрим, что у нас из этого получится. Сам алгоритм этого автоматического режима понять. Вот ах, они ё, тут собрались. Это поселок, детка. У нас тут так и ездят. Так, ладно, едем дальше. Итак, скорость пока небольшая. Мы же в пределах колхоза едем. Смотрим бинар наш. Не знаю, как работает этот автоматический режим. Надо, конечно, открыть паспорт, почитать хоть. Так, чисто для себя. Что вообще происходит? Так, ну-ка давай притопим. Здесь у нас сработка была уже. Есть сработка. И немножко подскинем теперь. В поселке все-таки едем. Правильно, хорошо нарастает. Ну-ка мы попробуем. Проедем потише. В принципе, авто и этот R-фильтр у меня на троечке стоит. Нет, все-таки надо паспорт почитать, как оно работает. Но в целом нормально. То есть, если даже в городе будет экипаж с бинаром, в принципе, шансы соскочить всегда есть. Кроме одиночного выстрела, здесь кто кого. У кого реакция посильнее. Ну, звук из спорта прям мне нравится, тащусь я от него. Настолько он слышим, удобен. Ну вот вроде так вот, покатались, то есть в принципе с этим прибором к нему у меня претензий нет. Сейчас мы покатаем еще один приборчик, для начала режим трасса будет. Вот он немножко по-другому работает. Видишь, монотонности этого нету в этом в автоматическом режиме. Будто придавлена чуть-чуть эта чуйка. В трассе он, конечно, более предсказуем. То есть в трассе у него прям максимальное вот это нарастание. Прям офигенно. Поэтому, говорю, здесь все четко. Ладно, устраивает. Нравится, все четко. Ставим другой прибор.